Премьера в «Геликон-опере». Георгий Исаакян обратился к рыцарской опере Генделя «Орландо». Но с ее помощью режиссер рассказал о трагических событиях, которые произошли в американском городе Орландо в 2016 году. Для солистов «Геликона» спектакль «Орландо, Орландо», поставленный Георгием Исаакяном, эксперимент. Действие барочной оперы режиссер перенес в наше время. Вместо старинных платьев и париков на героях мини-юбки, майки и футболки. Диджей за пультом, танцоры в ночном клубе, журналисты с камерами на сцене. Это тоже участники действа. Тема нашего спектакля – это сегодняшний мир, сегодняшнее общество, его боли, его трагедии, его проблемы, происхождение агрессии в сегодняшнем мире, происхождение одиночества в сегодняшнем мире. История рыцаря, который, выбирая между воинской славой и любовью, сходит с ума, трактуется в контексте современных реалий. Идея постановки у режиссера возникла после трагических событий в Майами. В 2016 году в ночном клубе, который, как и опера, назывался «Орландо», произошла стрельба, погибли десятки людей. История сюжета Орландо Генделя почти идеально соответствует всему ходу событий в Майами. И даже финальная картина вот этого массовой бойни, ощущение, что просто Гендель писал это как иллюстрацию к кинофильму на эту тему. В партитуру оперы «Орландо» добавили хоры из оратории «Израиль в Египте» Генделя и техномузыку, написанную внуком Сергея Прокофьева, композитором, продюсером, диджеем Габриэлем Прокофьевым. Я здесь в роли создателя ремиксов. Классическую барочную музыку я трансформировал, добавив электронного звучания. Сделал оперу живой. Это впервые в России опера «Орландо». Я счастлив, что мы запараллелены сейчас с тем, что эта опера начинает идти в мире. И сегодня как раз я Георгию Георгиевичу прислал афишу в театр «Андервин». Там премьера параллельно с нами «Орландо», тоже Генделя. Вот поэтому мы сейчас находимся в таком международном тренде. Любовь, ревность, ненависть. На сцене весь спектр эмоций. Партию «Орландо», теряющего рассудок, исполняет контртенор Рустам Еваев. В роли девушки, в которую по сюжету оперы влюблен Орландо, Юлия Щербакова. В барочной опере Генделя счастливый конец. В этой постановке финал оставили открытым. Лидия Алешина, Павел Каратаев, Новости культуры.